pretty cold outside. Мы пока вообще не понимаем, куда нам идти. Наоборот, здесь нет указателей, вообще ни одного. Но тут хотя бы есть свет. Мы думали, что типа здесь вообще ничего не будет. А тут целый городок с веревочным парком. Вот. Но мы все равно не знаем, куда идти. Извините, меня очень плохо видно. Короче, мы скатились первый раз. Там очень большой склон. Меня лучше видно стало. Но я бы сняла, но я очень боюсь за телефон. Короче, здесь очень красиво. Мы заплатили 1000 рублей за час, за 2 тюбинга. Но из-за того, что подъемник сломался, мы поднимаемся по лестницам. Там очень достаточно долго подниматься в горку. Заработал подъемник. Вот едем. Такой вот. Все, сдох. О, нет. Короче, мы прокатились на всех горках. Нам теперь предлагают прокатиться спиной. Мы каждый раз проходим мимо одного работника. И он такой, ну что, спиной поедем? Спиной поедем? Я вас жду. Я сегодня в такой смешной шапочке. Короче, мы пошли кататься в тот же самый лес, куда мы ходили кататься на тюбингах, просто немножко в другом месте. А сегодня как-то я расстроена, потому что сегодня очень тепло, у нас 0 градусов и очень жарко. Еще у нас вчера выпал липкий снег, и просто ты не едешь, ты просто шагаешь, потому что лыжи, они прилипают, просто на лыжах огромный слой снега, прилипшего, сырого. Поэтому мы, наверное, ошиблись днем. Можно было, наверное, догадаться, что сегодня будет именно так. Вот, поэтому мы, наверное, сейчас пойдем обратно. Но у меня уже не было настроения, когда я сюда шла, потому что мы шли 40 минут до сюда. Сегодня прям такая настоящая зимняя погода. Холодно и светит солнце. Просто ни одного облака. Вот. Такая вот красота сегодня. Вон там вот уже видно лес. Вот я хочу дойти до туда. Просто ужасно. Посмотрите, борщевик выше меня. И тут просто целое поле борщевика. Я уже дошла до леса. Это просто... Для меня всегда квест, дойду ли я до леса. Короче, вот какой вид отсюда открывается. Я живу, наверное, где-то вот там. То есть я шла, получается, в круговую. Потому что по прямой дороге здесь нет. Короче, пожалуй, тут... пожалуй, господи, в такой мороз я, наверное, больше не пойду кататься, потому что очень холодно. Короче, я уже зашла домой, переодела обувь и иду за водой, потому что у нас готова баня. Я очень хочу в баню. Я очень сильно замерзла. Я реально не знаю, как. Либо я слишком долго каталась, либо правда так холодно, что просто я шла обратно, у меня было на щеке белое пятно. Это, типа вот настолько у меня замерзли щеки, просто до белых пятен. Сейчас вроде ничего нету. На следующий день мы с Максимом пошли в кинотеатр. Думаю, вы все слышали про нашумевший
фильм «Чебурашка». Мы тоже не смогли пройти мимо него и купили билеты. Фильм мне показался очень добрым и красиво снятым. Если вы смотрели фильм, пишите в комментариях, как вам. Всем привет! Я в Перми! У нас завтра будет экзамен по анатомии. Я приехала ради одного экзамена. Он будет завтра в 10. И я надеюсь завтра уехать в 3 часа. Типа обратно в Ижевск. Красота! Ижевск вообще никак не украшен, так что даже вот такое... Вот такое. Очень красиво для меня, приехавшей из Ижевска. Екатерина, вы спите? Идем за ведомостью в институт, а потом на экзамен, на последний. Ура, последний экзамен! Девочки, вы рады автомату? Да. Все рады автомату. Я учила это 3 дня. Мы зря ехали. Ты учила? Да. Я вчера потратила ровно час. Мы снова пришли в институт, чтобы отдать ведомость. Смотрите, проблема всех очкариков. Нет какого-то дня, куда вы идете или там еще? Или не придете? Угадайте, чем мы занимались. Короче, мы неправильно заполнили зачетку, экзамены, раздел экзамены. Два экзамена у нас было. Не в кредитном порядке. Да, мы записали не в алфавитном порядке, и нас заставили все переклеивать, типа заполнять заново. То есть это нужно снова искать преподавателей, ходить с ведомостями, типа чтобы они в зачетку поставили подпись свою. Типа у нас все было уже проставлено, у нас сегодня по факту был последний экзамен, и у нас все стояло в зачетках. Девочки, раздеваемся. Мы здесь надолго. Куда-то поехали. Просто ездим. 10 часов ездим куда-то. Как доехать? Живем. Катя, ты рада? Да! Нет. Сломался? Нет, он не сломался. Нам сказали, что там... Сломался кто-то другой. Да. Опять. Мы пойдем, видимо, пешком. О, вот наш красивый трамвайчик. Мы рано обрадовались, что мы поедем на красивом трамвае. И все просто сломалось. Он поехал? Он поехал, девочки. Мне кажется, он сейчас не поехал. Почему он поехал? Видишь, а, ну ладно, хорошо, не так обидно. Мы приехали покушать в Аймол. И потом идем смотреть городок. Мы встретились в Аймоле. Девочки, помашите. Передай привет. Всем привет, это канал Динары. Вы на канале Динары. Подписывайтесь, оставляйте позитивные комментарии, ставьте лайки. Не будьте как... Не будьте как... Как тот чел из комментариев.
Мне кажется, мы очень похожи. Оба в очках. Ну ладно, я не такая худая, конечно, как он. Это кто? С чем мне? Она позвонила мне и такая: вы где? Что у тебя на лице? Вот это. На фоне елки. Встаньте все, встаньте все. Ура! Я, если что, снимаю просто. Идем кататься на горке. Без ледянок, просто на жопе. Ваше впечатление? Классно. Не, на самом деле классные горки. Была бы ледянка еще. Очень красиво. Приходите на Эспланаду Пермь. Очень красивая елка.